Ай, и чё ты пришёл сюда? Ты кормил меня всякой фигней, а теперь я сижу обосратый на туалете. Ты доволен? Обосрался. Мистер Помидор! Миссис Лимон! Оказывается, лимон и помидор — это две игры, которые связаны в одну. И то, что мы делаем с помидором, отражается на его подружке Лимоне. И наоборот. Но самое интересное — это файл Ураборос, который находится в папке с игрой, но не открывался. Не открывался до тех пор, пока в прошлой серии я не прошел полностью Лимона и не получил к нему доступ. Этот файл раскрывает всю суть этих игр, рассказывает о разных личностях из этой проклятой семейки и позволяет узнать секреты, которые скрыты в самих играх. Мне все сказали, что мне нужно попробовать зайти в Лимона. Мы посмотрим, что вообще изменилось, потому что я прошел полностью игру, то есть что-то должно было явно поменяться. Лимон пропал! Даже могилки нету, ее не похоронили, она просто исчезла. Я не могу купить ключ теперь, то есть все. Ладно, окей, допустим. Допустим, попробуем зайти. Я себе немножечко проспойлерил, по-моему, вот в этой концовке можно ключом что-то здесь открыть, но у меня нет ключа. 59 звездочек, так, магия. Вот, видишь, оно вон, и вот там он в Алуе, пиши больше. Это магия вне Хогвартса. Да все, я могу все что угодно покупать, получается, да? Это я могу все купить вообще. Hourglass of Time. Сейчас стекло время. Завораживающий, левитирующий артефакт, который что-то опирается на легенды. Он может останавливать и контролировать время. Окей, допустим. Это у нас золотая ручка Тития. Артефакт из древних легенд. Поговорка гласит, чем сложнее становится, тем больше помогает Т. Вы будете терять 3 звезды за каждый неправильный ответ. Хрупкая копилка. Полезная копилка, которая может вместить в себя ровно половину ваших звезд, а также будет представлять значительную ценность, если останется нетронутой. Ага, то есть это для сохранения монеток. Но это мне тоже не нужно! Где ключ? Я покупаю. Я купил ключ! Может, зайдем в помидоры? У меня есть, получается, ключ. Подождите-ка, а я же могу... Я же могу здесь тоже купить. Так, у меня есть ключ. Я ключ кладу на стол. Не, в смысле, как уходить? Просто выйти? Ну, то есть я просто закрываю, да? Окей, я вышел. Ключ есть, теперь я захожу в Лимона, правильно? Я сейчас все куплю, что тут только есть вообще. У меня есть шпоры, в принципе, я должно получить. Welcome back. Что происходит вообще? А что происходит вообще? Я не понимаю. Что за куча дерьма у меня? Почему у меня деньги крутятся просто без конца? 54, так, взываем. О, геометрия. Шпаргалочку активируем. Сколько у нас? 4, да? Без проблем. Еще шпаргалочку, да без проблем вообще. Это Сэм. Один вопрос остался. Один вопрос. Да пофигу, таблетку съел, ответ включил. Поехали. Так, сейчас, пожалуй, возможно, что-то это будет. Это все задания, которые у меня есть. Это мы уже слышали. Я и не думала, что ты такой. Я вообще гений. Раз ты такой умный, я сделаю для тебя кое-что особенное. Ладно, время мне уходить. В мире еще очень много людей, которых мне нужно протестировать. Это мы уже слышали. Сейчас игра закончилась. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Я тоже. Прощай. Так, окей. Окей, говорят, взять ключ. Все? Теперь выходить, да? То есть, получается, сейчас я что-то смогу здесь сделать? Напиши на клаве MC Луис. Чего? Я просто на клавиатуре набрал... Я думал, это куда-то впи... Откуда... Дверь? Окей, у меня есть ключ. Я... 2, 3, 8, 4. Что ж, я ожидала, что ты сможешь найти это место. Знаешь, это грубо заходить в чужие комнаты, если тебя не просили. Мне было интересно. Мне придется выгнать тебя к черту. В смысле? Не надо. Мне придется это сделать прямо сейчас. Нет! Ну нет! 2, 3, 8, 4. Там был код 2, 3, 8, 4. Подожди, это получается в Ураборос надо вписывать? Дата рекавери. 2, 3, 8, 4. Дата была восстановлена. Подождите, а куда теперь? Вот, блин, как сделать?
Короче, там написано, что Марина умерла какая-то. Марина умерла, ребята, Марина умерла, что делать? И что мне эта Марина дает? Окей, Марина умерла. Welcome to my game, buddy. Купи карточку, и тогда тебя не выгонят. Да я не нафармлю 999 монеток, вы что, гоните? Пробуем просто нафармить, окей. I want chicken with potatoes. Комбо, пожалуйста. I want strawberry. Комбо или разбиваю тебе хлебальник. I want some chocolate soup. Комбо или жопа. Комбо или ты тварь. I want chicken. I want chicken with potatoes. I want a combo meal. Слева и справа. Лево и право. Окей, вначале беру лево. Засовываю. Теперь беру, засовываю. Где перемешать? I want to drink some lemonade. Что, комбо? Okay, I am full for now. Visit me when I will be hungry again. See you later. Welcome to my game, buddy. Это просто невероятно! Это просто! Ты видишь, сколько тут у меня поинтов? Ровно 999! Это какое совпадение должно быть? Ты просто... Вы вдумайтесь, до какой степени это совпадение? Мы сейчас заходим в Лимона, и я просто сейчас должен также пройти игру, я правильно понимаю? Let's continue. Все окей. Все окей. Все, последнее задание получается, да? Последнее задание, и сейчас... Good job. I guess that's all the tasks I have. Это мы все слышали. Сейчас мы перезайдем в Лимона, откроем дверь, а с карточкой что делать? А, то есть забрать ключ, ключом открыть дверь, но потом взять в руки карту. Я правильно понял? Мы зашли в мистера Томата. I'm very hungry. Да. Ключ мы забрали. Теперь мы выходим из мистера Томата. Нажимаем, получается, мы идем сюда. И теперь пишем, как надо написать. M-S-L-E-C-E. Так, ключом открываю, беру в руки карточку. Взял карточку и теперь вхожу. Все, я с карточкой, я с карточкой. Я с карточкой. Ага! Ее нету! Она испарилась куда-то! Я что-то взял. Что я взял? Что я взял? Получается, все, мы ее прогнали с помощью карточки. Я взял какие-то документы. Документы для Урабороса. Персональный документ. Какая-то штука. 1-4-1-1-2. 1-4-1-1-2. Дата восстановлена. И... персональные записки. Смотрите-ка, появилась новая запись какая-то. Имя Луиза Кримсон. Родилась в Лювиле. Выросла в Крусадии. С детства увлекалась наукой. И была самым талантливым учеником. Посвятила свою жизнь науке и мечтала узнать все об этом мире. Несколько лет она работала бок о бок с... Несколько лет она работала бок о бок с Евгением. Она работала со мной! Но позже она ушла по личным причинам. Из-за огромного количества знаний ее мозг начал сегментироваться, из-за чего в настоящее время внутри нее живет несколько личностей. Соотношение Урабороса 70%. Процентов. Так, подождите. А что, это вот все, это я ради этого, да, вот это все делал? Слушайте, у меня есть идея. У нас же есть сохранение с мистером Томатосом на 999 поинтов. Я сейчас его запускаю, но я трачу все это не на карточку, а я... Вот смотрите, у меня сейчас 999 поинтов. Я трачу все это не на карточку, а я трачу все это на всякие предметы, и я смогу пройти Томата. Окей, я закупаюсь на максимум. Получается, я покупаю, ну, давайте даже где-то 8 возьмем ножниц. Штук 6 фонариков. Вот этих штук тоже штук 5 возьмем. Конфетку нужно взять обязательно. Так, это уже максимум. Все, теперь пробуем пройти Томата. Пробуем пройти Томата. Вдруг что-то поменяется. А как работает вот эта вот штука? I want a chocolate cocktail. А, понял, как работает. I want to eat some French fries. На конфетку. Вкусненько. Так, если мы сейчас правильно ответим на два вопроса, осталось два вопроса. Если я сейчас правильно отвечаю на два вопроса, у нас будет хорошая концовка.
I want to eat fried fish with salad. Fried fish with salad. Окей, это все. Спасибо тебе большое за помощь. Ты сделал все идеально так, как я и планировал. Но, к сожалению, ты мне больше не нужен, так как ты уже закончил свою работу. Но я не отпущу тебя с ничем. Давай. Вот, я только что создал файл на твоем компьютере, я написал туда текст, который я нашел в коде игры. Он бесполезен для меня, так как я не могу его прочитать. Может и ты тоже, но мне он все равно не нужен. А теперь просто уходи, никогда сюда не возвращайся. Он засунул мне какой-то файл! Он засунул мне, сказал мне, что файл какой-то засунул. Так, useless текст. Что это такое? Зачем он мне это засунул? Он сказал, что он мне засунул файл с какими-то цифрами, но говорит, что не знает, что с ними делать. Тут куча цифр каких-то. Говорят, зайти в томаты еще раз. Окей, попробую зайти в томаты. Скопирую все. А нельзя в Ouroboros скопировать. Это картинка? Какая картинка? Лол. А где он? Алло! Мистер Помидор! Ты забыл, твою мать, я обосрал! Не возвращайся. Я сказал, не возвращайся. Никогда. Я был так вежлив с тобой, а ты меня проигнорировал. Что ж, видимо, у меня нет другого выбора. Твою... Я не ожидал, что он там появится. Так, погоди, он мне что-то открыл. Эта игра больше тебе не принадлежит. Теперь она моя. Только моя, только моя, только моя, только моя, только моя. И так еще 25 раз. О, да я не ожидал, что он там появится. Я думал, типа, он как лимон просто ушел и все. А тут бах, Кример нахрен вылетает. Короче, мы решили. Мы тут посовещались с чатом. У меня тут сидят самые лучшие гении Евгения. Кстати говоря, у меня еще телеграм-канал есть. Называется Гений Евгений. Ссылка в описании. Подписывайся. В общем, мы посовещались и решили, что на этом мы сегодня закончим. Потому что стрим у меня уже идет 3 часа. Да, если что, все, что сегодня происходило в видео, это все опять же было на стриме, так что приходи на мои стримы. Мы посмотрели еще, получается, 3 новые концовки. Это реально много. Я думал, что все уже вообще, ну в этой игре уже ничего не будет сегодня, помимо этих концовок, но оказывается, там еще дофига всего осталось. Поэтому, скорее всего, будет еще один стрим. А может быть, просто видос, я не буду обещать. Так что обязательно подписывайся на телеграм-канал. Там я сообщу, когда будет стрим, если он будет. И приходи и сможешь поучаствовать сам в видосе. Не забывай подписываться на канал и тыкать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Чат, пишите пока. Пишите пока. Я в Ютубе. Я в Ютубе, пока. Я тебя передаю привет маме. Пока.